Друзья, всех приветствую на канале «С нами интересно». Иногда в футболе происходят совершенно необдуманные и нелогичные вещи, ведь в него играют такие же люди, как и мы. Если хотите повеселиться и приятно провести время, то смотрите это видео до конца, а мы начинаем. Голкипер Бейли Пикок-Фаррелл, который выступает за Шеффилд Уэнсдей, совершил ужаснейшую ошибку. В итоге его команда нелепо потеряла очки. Антонио Рюдигер, конечно, заставил в том матче изрядно понервничать всех болельщиков Челси, ведь его курьезный автогол сравнял счет с Шеффилд Юнайтед. Вратарь Аскали начал финтить и забил, как говорится в простонародье, наверное, самый косячный автогол не только в своей карьере, но и в итальянской серии Б. Может быть, вы знаете еще более нелепые автоголы? Напишите нам в комментариях, наверняка нас смотрят футбольные знатоки. Каждый может оступиться, главное — вновь подниматься. Чиро Иммобиле восстанавливается после травмы, как только Италия забивает. Это настоящее футбольное чудо! Заигрался вратарь, заигрался. Перед вами катастрофическая ошибка Беккера, приведшая к победному голу Лестера. Как же так, Алисон? И главный тренер после матча говорит такой: «Фу на тебя». Такаси Инуи настигла карма за его жадность. Вот что называется слаженная командная работа. За 6 минут до конца, когда Тоттенхэму нужно было отыгрываться, Керан Тьепьер показал, как реализовывать выходы один на один в свои ворота. Бедный Фил Джонс. Автоголы и разъяренные фанаты сломали карьеру некогда талантливому парню. Когда ты видишь соперника прямо перед своими воротами, то стоит как следует зарядить мячом по нему. Возможно, вы пропустите гол, зато ему будет очень больно. Замечательно. Поразительно. Гениально. Самое эффективное практическое пособие для того, чтобы получить красную карточку на пустом месте. Смотрите и запоминайте. Изи. Что вратарь, что защитник. Один лучше другого. Похлопайте ему, похлопайте с сарказмом.
Нет, это слишком искренне, помедленней. Именно так. Помните футбольную дворовую игру 300? Так вот, он бы был там королем. Ставьте лайк, кто понял прикол. Уверен, все играли в эту игру. Инцидент с Астером Врангсом на 68-й минуте – это просто катастрофа. Кульминацией матча стал пропущенный мяч от соперников на 5-й дополнительной минуте. Одного лишь взгляда Роналду достаточно, чтобы больше ничего не говорить. Голкипер будто мяча испугался, честное слово. Роман Бюрке так красноречиво посмотрел на своего защитника в этот момент, будто хотел сказать: What the fuck is this? Не судите строго, он просто хотел задействовать игрока замены еще до его выхода на поле. Старый добрый мем «Ты не туда воюешь» обретает новых героев. Этот парень вообще не учится на своих ошибках. Андре Анане стоило вообще к фанатскому сектору отойти, чтобы наверняка не успеть к мячу. Мне кажется, перед нами лауреат премии «Самый комичный автогол». А кто ваш фаворит? Напишите нам в комментариях тайм-код понравившегося момента. Будем вместе пересматривать. Сработал эффект домино. Видите лицо Мэтта Ричи? Ждите беды. Стоял бы уже себе там, видать, и гол бы не пропустили. Возможность вырубить мяч далеко вперед существует. Тем временем игроки данного клуба. Нам тоже остается только в отчаянии хвататься за голову. Давайте все вместе! Друзья, сумел ли я поднять вам настроение? Надеюсь, что да. Обязательно напишите об этом в комментариях и подпишитесь на канал, чтобы таких захватывающих дух роликов стало еще больше. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями и в соцсетях. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте, с нами интересно. Всем пока!